Это воскресенье выдалось особенно морозным, но городские моржи и мороженки не испугались холода. 13 декабря во Владивостоке на пляже Юбилейном в центре зимнего плавания «Касатка ДВ» прошел благотворительный заплыв. Участники акции окунулись в ледяную воду в поддержку Фонда защиты бездомных животных. Я уже более 7 лет помогаю бездомным животным, и на данный момент я помогаю фонду Help Animals. Они подбирают бездомных животных, пристраивают их, лечат, но их сейчас такое большое количество, что они не вмещаются ни на пристройстве, ни на передержке. И поэтому решили построить приют, куда будем помещать бездомных животных, собак, кошек, дальше лечить их и пристраивать. Без подготовки не обошлось. Мороженки тренируются около 6 лет и регулярно устраивают заплывы. Но в этот раз важна цель – помочь бездомным животным. Сейчас, когда с каждым днем температура опускается все ниже, особенно важно обращать внимание на тех, кто не сможет без нашей помощи. Честно говоря, мы очень рады, что такой отклик, потому что люди со всего Приморского края присылали деньги. Это очень приятно. Мы очень рады такому отклику. Если будет в приюте, так же как сейчас, проблемы с финансами, мы еще раз поможем. Желающих окунуться в холодную воду было немного, но компании края и просто неравнодушные люди присоединились к сбору средств. Собранной суммы хватит на оплату аренды и оборудование пространства приюта. Сделано благородное дело, мороженки довольны. 4 дня длилась акция, сегодня, так сказать, апогей. Мы собрали хорошую сумму, которая пойдет на строительство приюта передержки бездомных животных. Так, всем прекрасного настроения. Не забывайте заботиться о ближних, беззащитных. Ну и о своем здоровье. Всем моржевания. Екатерина Зверева, Стас Лазебный. Новости на 8-м.